Всем привет! Вы на канале Татарин 97, и в сегодняшнем ролике мы будем снимать с велосипеда почти все. Для чего я это буду снимать? Сейчас вам все попозже расскажу. Тут тоже снимем. Денежки в этом мешочке. Все будем сегодня с вами здесь и сейчас снимать. Это положим сюда. Ну, зеркало я оставлю. Так, это я флаг российский тоже забираю. Так, ну сумочку. Думаю, есть смысл тоже забрать. Так. Ну и забираем, ребят. Естественно, мы заберем. Обидно, на самом деле, сейчас то, что вы узнаете. Так, нахожусь я у себя просто на балконе на этаже. Это тоже забираем нафиг. Это тоже нам. Тоже нам. Извините за пальцы. Так, сейчас, секунду. Она грязненькая стала, мои влажные тряпочки. Наверное, просто тоже положим вот сюда пока. Так, далее. Вот эти штучки тоже снимаем. Тоже они нам нафиг. Тоже пригодятся. Возможно. Ну, короче, что греха таить, все, продаю я его. Продаю, снимаю вплоть до всего. То есть даже замок сейчас это сниму. И же тут. Хотя нет, почему. Нормально все. Все продаю. Все, ребят. Год звонок. С ним шел в комплекте. Это с ним шел в комплекте. Это с ним шло. Хорошо, так я. Так, вот это с ним шло в комплекте. Это с ним шло в комплекте. В комплекте шло. Шло в комплекте. Вот это было не в комплекте. Это обязательно снимем. Просто обязательно. Так, это тоже было не в комплекте. Пока не в комплекте. Снимаем. Так, надо. В этом помочь, во-вторых, тоже с собой забираю я. Так, ну вот такой вот велосипед. Также еще вот эти, знаете, я оставлю красивые, да, элементы тюнинга, хоть и оставлю. Это тоже шло не в комплекте, но я ее, пожалуй, оставлю, она особо не будет мешаться. Что, вот такой вот велосипед. Да, вот такой вот велосипед у нас. 2021 года он. Покупался в апреле. Ему чуть больше года. Год и два месяца ему. Дисковые тормоза. Что спереди, что сзади. 21 скорость. В принципе, все, что надо знать, сейчас мы еще с вами. Нет, так, это тоже надо пока вот сюда положить. Сейчас мы еще с вами. Это тоже. Это все время пригодится нам. Все нам обязательно это пригодится. Так, сейчас тоже это все снимем. Ну, чтоб. Да, хоть я, по-моему, в ролике говорил или не говорил, но говорил, по-моему. Не ролик, а кому-то из своих близких, родных говорил, что надо тоже это менять. Что видите, если бы шарпанный, ну. Ладно, да. Я думаю, еще мы с ним поговорим. Может быть и нет, потому что я же продаю велосипед. Как-то так, ребят.
общем, все понятно. Служи верой и правой другому хозяину, другому владельцу. Сейчас я вам прикреплю фотки. Как-то так. Ну и, ребят, да, я вас всех чуть-чуть обманул. В общем, никуда я не продаю велосипед. Все с ним хорошо, все с ним отлично. Просто я решил, что надо велосипед этот отдать в мастерскую на ремонт, на регулировку тормозов. Велосипед, как я ранее сказал в ролике, ему года 2 месяца, да, то есть это дисковые тормоза, дисковые тормозами нужен больше уход. Ну и просто, да, чтобы обслужили, посмотрели, может быть, замена дисковых тормозов. Может быть, еще что-то. Может быть, я что-то придумаю. В общем, в следующем ролике. Да какой в следующем? В этом ролике дальше вы увидите. Немножечко я вам засниму дальше, как это делается, как это все делается. Так, чуть-чуть из-под чешка, может, буквально там минуты-две. Далее мы опять будем с вами все это устанавливать. И я вам даже больше скажу, будет даже чуть-чуть дорабатываться, будет покупаться новые крылья, будет покупаться новая подножка. Скорее всего, он будет обтягиваться в какую-то пленку часть велосипеда. То есть дальше будет больше, он будет преображаться, он будет делаться. И знаете, это велосипед не как на повседнев. В том году это был как повседнев, да, как просто сел и поехал. Нет, ребят. Это велосипед, я в этом году, этим сезоном хочу сделать как проект и на нем кататься, только вот уезжать реально там в лес покататься. Не в магазины, нет, не говорят, просто реально покататься. И каждый мой выезд на велосипеде, ну где-то 80%, это 100% снимается ролик. То есть если я вам, допустим, в Телеграме скидываю фотку велосипеда, значит через неделю, может через там 2-3 дня выйдет ролик, как я катаюсь на велосипеде, что я с ним сделаю. В каждом ролике будем, может, что-то дорабатывать, будем его съездим, помоем, может, что-то там подумаем, приделаем. В общем, будет мега интересно. Контент с велосипедом это все равно объявляю открытым лично на моем канале. Это такой первый ролик, да, вначале я вас всех, наверное, кого-то обрадовал, как-то запугал, кому-то пофиг, но просто поверьте, дальше больше, да, никуда его не продаю, все с ним хорошо. И как-то так. Всем любви, добра, успехов. Смотрите дальше ролик. Ну вот, ребят, короче, везу я его на регулировку тормозов. Видите, одно у меня вообще сломалось. Ну, надо задний тормоз хотя бы сейчас отрегулировать, чтобы хотя бы тормозил задним, а потом уже, может быть, за кадром, может быть, в следующем ролике. Сейчас вам покажу. Сделаю, ребят. Земля сырая. Хотя никогда даже дождя не было. Сделаю, короче, вот это. Тут вообще, он, видите. А так он вообще даже не тормозит. Так что-то схватывает, но на малых скоростях, на сильной скорости его не берет. Как-то так, блин. Ладно, сейчас поеду делать. Официально заявляю, дисковые тормоза полная Г, шляпа, блин, не могут сделать. Сейчас другую мастерскую повезу. Короче, тут либо жидкость вылилась, либо еще чего. Короче, тут все и очень плохо с дисковым тормозом. То есть, соответственно, когда буду делать передние, несмотря на то, что надо менять вот эту, тогда всю фигню вот эту. Также надо будет ехать все это заливать, настраивать. Так что да, пока делаю только задний. Короче, ребят, да,
отвез ее в спецсервис. Да, я рассказал, что отвез в один сервис. Потом отвез в другой сервис. Мне сказали, нет, мастер будет часа 25 июня. Я сказал, что, ну, если сейчас отвезу другой, не починят, я подожду 25 июня. Но я не хотел ждать, потому что вот число 15-16, ой, как еще пока нормальная погода. Даже, видите, с вентилятором дома сидит, жарко. Думал, что поеду в третий сервис, поехал специально в далекий сервис, поехал, чтобы был уверен, что мне его сделают, что там просто что-то настроят, подкрутят, подвертят, я на нем поеду до дома. Тут-то было, Бэта тоже поехал на нем, Бэта тоже поехал на автобусе, но в этом суть. В общем, есть цилиндр, да, там тормозной, дисковый тормоза, есть цилиндр. Я ничего не могу сказать, я там дальше, у меня просто вот эта середины нет, так-то концовка есть. Дальше я скажу, что дисковые тормоза говно. Честно, дисковые тормоза — это самые лучшие тормоза, которые есть. Видать, просто мне не повезло. Мне просто не повезло, я тут попался с браком. То есть там вот дисковый цилиндр, он с дыркой. Пробить, мне сказали, это невозможно. Это ты должен ездить, блин, под таким булыжником, под таким буреломом. Ты по карьеру должен на нем ездить. Ты должен, не знаю, если ты пробил, у тебя колеса бы лопались, там, если ты пробил, то у тебя вся рама была в царапинах. Велосипед у тебя новый, в хорошем состоянии. Просто это заводской проблем, потому что дырка даже не пробите. Просто не до спаяли, не доделали что-то там. И выпустили с завода и продали, не проверили ничего. Ну, короче, вытекло из этого. Тормозная жидкость, то есть надо менять цилиндр новый, тормозной, и сама работа. Я так посмотрел, цилиндр, в принципе, могу я и сам сделать. Вот тормозной, конечно, цилиндр стоит денег, стоит немало денег. Я не помню, дальше говорил нет, но сейчас скажу, стоит он 4-5 тысяч, и работа 2-3 тысячи. Одна, по-моему, там, ну не помню уже сколько. Короче, обмозговываю, до сих пор думаю, продавать его, не продавать его, делать его, не делать его. Что с ним? Пока у меня будет просто стоять. Есть задумка, есть уже, присматриваюсь кое к чему, чтобы что-то такое вместо него бы купить. Скорее всего, я думаю, мы с вами съездим в одном из следующих роликов. Съездим, проверим. Что же это такое? С чем же это едят? А зачем это? А, не что я хочу. Блин, вот я начинаю, чтобы мне загорелось давным-давно. Что, как почти 2 месяца назад? Ну да, с начала мая. Вот. Месяц назад, наверное, 1,5 месяца назад. Я загорелся этой мечтой. Прям очень сильно хочу. Скорее всего, это будем покупать. Я дальше в ролике точно, по-моему, сказал, что деньги есть на это все, чтобы починить. Честно, жалко, покупал за 16 и еще 10, грубо говоря, вкладывать. Это дорого. Объективно дорого, и того не стоит. Не стоит того мучения. Поэтому буду решать, буду что делать. Вы дальше смотрите ролик. Ну, да, название такое странное, длинное, кстати, название. Но какой есть, что ж теперь. Вытекло из этого говна вот эта фигня. Из этого хуйни, даже матом, блядь, ругнусь. Вылилось. Вот, там что-то посмотрели, они, вот эта хуйня, блядь, стоит 4-5 тысяч, на, и работа еще 2-3 тысячи. Ну, в принципе, поставить-то я и сам не смогу. Ну, дорого, блядь. Ладно, это, кстати, тоже рубль. То есть, вот уже где-то, ну, будем считать сейчас, это 10. Работа это 500, 200-500, то есть 100, ну, будем считать, 4 плюс 2 ремонт, это 6, 7, так, что еще, ну, да, ну, блядь, 7 тысяч. Ну, хорошо, ну, это может быть дороже стоит. Сказали, поищите БУ, блин, БУ не факт, что тоже БУ будет хороший. К тому же я уверен, блин, оттуда тоже вылилось.
Уже вот, ну, 7 плюс 7, 14 нам. 14 тысяч. Ну, отсюда, скорее всего, тоже вылилось из переднего, раз хуйня такая. В общем, не знаю, ребят. Если буду продавать, то, естественно, все, что для него покупалось, я повешу. Потому что мне это нахрен не надо будет, новый велосипед, я, скорее всего, покупать себе не буду. Да, вот, ну, что делать дальше, вот с этой, я не знаю, ребят, продам. Если буду продавать, опять же, повторяюсь, я все это повешу. Или буду делать, то есть не знаю, ребят. Но если делать, то это точно уже, наверное, скорее всего, не в этом сезоне. Что это очень дорого, надо копить. Но деньги-то есть, я повторяюсь, но я не хочу просто вкладывать в него сейчас эти деньги все. Потому что, честно, откровенно жалко. А так про велосипед сам ничего плохого сказать не могу. Да, Форвард — это российская фирма, это я загуглил, скорее всего, этот, как АвтоВАЗ, как Весты, как всякие эти ламути-сыпучи, ну да ладно. А, прикол в чем? То, что он не рад, то, что это, ну, вот случилось буквально недавно, да, так он все ездил, все отлично тормозил, все работал, он мягок, легок в управлении, сам, кстати, вот он, да, тяжеленький, но не особо, то есть все с ним хорошо, да, сидушка мягкая, несмотря на то, что я хотел его менять, то есть подножка, хрень, но нормально, крылья ходят трудно, относительно спасают, то есть все, в принципе, на своих местах, здесь только скорость, все переключают, все отлично, есть только тормоз. Буду, если продавать, отдельный ролик по продаже снимать не буду, просто продам и в каком-нибудь из роликов, влогов, может, какой-нибудь видеорецепт, может, в каком-нибудь обзоре что-нибудь скажу, типа, вот продал, нет больше велосипеда. Знаете, пока на данный момент, когда это вышло, когда ролик этот вышел, скорее всего, у меня он есть. Ну, или через несколько дней после выхода выйдет ролик, я в том ролике скажу, что у меня его больше нет. В общем, не знаю, ребят, на данный момент он у меня, он, скорее всего, есть, на момент выхода этого ролика. Я думаю, у меня есть, я даже думаю, что я даже психанул. Вот я, да, там, в будущем, блин, ты дебил, на самом деле. Ну ладно, ты, скорее всего, психанул и вкладываешь с него в бабки, и сейчас он у тебя в сервисе, ты его ремонтируешь. Ладно, выезд был. Поэтому как-то так, ну, может, буду так ремонтировать. Ходить с ним, въезжать. В принципе, без тормозов, наверное, можно, может, и, наверное, придумать. Ну, посмотрим, ребят. Будем решать, будем думать, что же делать дальше. Ну и на фоне велосипеда хочу закончить свой видеоролик. Всем удачи, всем пока. Я, кстати, хочу кое-что сказать в концовочке. Многие говорят, что у меня канал так себе, ролики так себе. Я это прекрасно понимаю, я это прекрасно все понимаю. Я на самом деле, ну, возможно, я говорю, я точно не помню, я не хочу пересматривать ролик тут. Сам первый. Я, возможно, говорил, что тогда уже с ТикТоком была шляпа. И я больше ТикТокер. То есть я, на самом деле, я больше, у меня предпочтение ТикТоку. В ТикТоке у меня больше подписоты и лучше ролики получаются. Поэтому я больше в ТикТоке. Как только ТикТок разрешит снимать, скорее всего, я на Ютуб опять забью. Как вы заметили, да, подписчики, все, кто смотрит, как только, как, ну, вы многие знаете, что запретили снимать ТикТок, выкладывать там. У меня стали ролики чаще в Ютубе выходить, потому что я хочу что-то снимать, хочу чем-то делиться своей жизнью. ТикТок это было относительно, я делюсь там под музыку, хоть какие-то песни, я в лесочке, не в лесочке, я делился. Поэтому вот хочется как-то просто делиться, да, ну и как-то на память это оставлять. И в ТикТок, у меня само приложение ТикТок есть, оттуда ролики, слава богу, не удаляются, я их иногда сижу, пересматриваю. Также Ютуб, ребят, Ютуб это больше хранилище роликов. А всем тем, кто подписывается, ставит лайки, смотрит, комментирует, заходит на стрим, огромное всем спасибо, это вдвойне приятно. Поэтому как-то так. Да, и кстати, вот еще напишите, что же с ним все-таки сделать. Может, все-таки отремонтировать, все-таки нет. Я сейчас так вот пока переключал камеру, переосмысливал, все-таки подумал, подожду, может, кто-нибудь, хотя бы один кто-нибудь напишите, что же с ним сделать. Оставить, не оставить, что делать, не делать. Может, все-таки сделать, а что, ну, ему... Блин, ему... полтора года, грубо говоря, ему даже полтора лет, ему даже полтора года нет, полтора года ему будет в сентябре. И это очень обидно. То есть ему, по сути, год сейчас, год, ну, год, да. Поэтому жалко. Все, всем пока, ставьте лайки, подписывайтесь на канал,
До новых встреч. Всем пока.